Александрийский маяк, принадлежащий к семи чудесам древнего мира, имеет и другое название – Фаросский. Наличию второго имени он обязан своему местонахождению – острову Фарос, расположенному у побережья города Александрии, который раскинулся на территории Египта. В свою очередь, Александрия получила свое название из-за имени завоевателя древнеегипетских земель Александра Македонского. Задачи на это сооружение возлагались такие – обезопасить плавание кораблей в прибрежных водах. А такая забота привела бы к увеличению объемов продаж, поскольку вся торговля велась через порт. Но из-за однообразного ландшафта побережья моряки нуждались и в дополнительном ориентире, и их вполне бы устроил сигнальный огонь, освещающий место входа в гавань. По мнению историков, на возведение маяка Александр Македонский возлагал иные надежды – обеспечить городу безопасность от нападений птолемеев, которые могли напасть со стороны моря. Поэтому для обнаружения врагов, которые могли находиться на значительном расстоянии от берега, был нужен дозорный пункт внушительных размеров.